Уважаемые зрители, дорогие друзья, у нас есть прославленный чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира среди ветеранов Лазарев Сергей Иванович. Он поздравляет президента Федерации ветеранов Сущака Владимира Пантелеевича. Чисто подарный! И преподносит ему национальный приз. Он сам, да. Однажды! В Германии, что ли, или все, да? Ну все, вернись. Слово Сергею Ивановичу. Однажды, по-моему, в Швеции, я привез в 3 раза больше его, да? Прихожу и ребята говорят, а что это такое, что это такое? А потом прошло полчаса, говорит, а у тебя еще деду вкусный, поэтому всех благ. Спортсменам я желаю долголетия, значит, так поднять как можно больше веса. Всех благ вам и здоровья. И вам огромное спасибо. Я желаю вам крепчайшего здоровья и значительного помощи. Ждем на помойке. Потому что ветеранской спорте всегда можно возвратиться и порадовать и себя, и всех родственников, и страну новыми победами. Спасибо. Спасибо. Внимание, время перерыва завершено. Спортсмены переходят к выступлению во втором упражнении тяжелого атлетического троеборья «Толчок». Установлены две штанги 57 килограмм. Номер 2. Смирнов Виктор, Нижегородская область. Первый подход. Подъем защита. Подругой что-то ушел. Да я не надумал. Я ходил за водой, не нашел. Вес штанги 62 килограмма. Хочу одну бутылку только принять. Номер 2. Смирнов Виктор, Нижегородская область. Второй подход. Готовится номер 4, Конев. Подъем защита. Ремень у него шире правильно, чем положено. Установите штанги 65 килограмм. Номер 2. Смирнов Виктор, Нижегородская область. Третий подход. Может, 56 помогло, да? Готовится номер 4, Конев. Конечно.
Подъем защиты. Установить 70 килограмм. Номер 2, Смирнов, результат толчки 65 килограмм, сумме двое боли на жал 110 килограмм, если в этом горе до 56 килограмм. Номер 4, Конев Александр, Томская область, первый подход. Готовится номер один и забудет. Подъем защита. Установи 73 килограмма. Номер один. Гизатуллин Мансур. Мастер спорта Пермский край. Первый подход. Готовится номер три, Суповатов. Подъем защита. Установить 75 килограмм. Суповатов Владимир, мастер спорта, Самарская область, первый подход. Подъем защита. Номер 5. Иванов Владимир, Владимирская область. Первый подход. Готовится номер 13. Перегинов. Подъем неудачный.
Номер 13. Хайретдинов Руслан, Республика Башкортостан. Первый подход. Подъем защита. Номер 4. Конев Александр, Томская область. Второй подход. Готовится номер 5, Иванов. Саша, надо толкать. Я буду шутить. Номер 5. Иванов Владимир, Владимирская область. Второй подход. Готовится номер 14. Перфирьев. Подъем защита. Потерял 76 лет штанги. Номер 14. Перфильев Владимир, Московская область. Первый подход. Готовится номер 13. Каретина. Подъем защита. Установи 78 килограмм. Номер 13. Хайретдинов Руслан, Республика Башкортостан. Второй подход. Готовится номер 1 из Атуры. Подъем неудачный.
Номер 13. Хайретдинов Руслан, Республика Башкортостан, третий подход. Готовится номер один из Атури. Подъем неудачный. Установи 79 килограмм. Номер один. Гизатуллин Мансур. Пермский край. Второй подход. Готовится номер один из Анатолии. Готовится номер 8 Герасимович. Весовой категории до 56 килограмм. Номер 8. Герасимович Александр, мастер спорта Кировская область. Первый подход. Готовится номер 12. Коновалов. Подъем, защита. Две штанги 80 килограмм. Номер 12. Коновалов Александр, Самарская область. Первый подход.
Готовится номер три, все по вода. Встал. Шаговался. И держать. Все, отлично. Молодец. Подъем защита. Номер три. Суповатов Владимир, мастер спорта Самарская область, второй подход. Готовится номер четыре, Коня. Готовится номер пять, Иванов. Номер 5 Иванов, результат точки 75 кг, в сумме двойбой набрал 135 кг. Номер 14, Перфильев Владимир, Московская область, третий подход. Готовится номер 3, Суповатов. Thank you.
Готовится номер 7. Ворохов. Самарская область, первый подход. Thank you.
Мам, давай быстрее сопись. Готовится номер 7, Вороков. Подхода отказался. Вызывается номер 8. Герасимович Александр. Ассистент установки штанги 91 килограмм. Герасимович готовится. Номер 8. Герасимович Александр. Кировская область. Третий подход. Готовится номер 20. Максудов. Подъем засчитан. Установи 92 килограмма. Номер 8 Герасимович. Результат толчки 91 килограмм. В сумме двоеборье набрал 156 килограмм. Весовой категории до 69 килограмм. Номер 20 Максудов Ахмедхан. Тульская область. Первый подход. Готовится номер 6, Лукманов. Подъем засчитан. Установи 93 килограмма. Номер 6. Лукманов Фарид. Самарская область. Третий подход. Готовится номер 10, Степанов. Фу.
Стал, 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 стал! Толкай за голову, толкай! Вещи, Фарид! Давай! Держать, держать! Подъем неудачный. Установи 95 килограмм. Номер 6 Лукманов, результат толчки 90 кг и в сумме двоеборья набрал 167 кг, весовой категории до 69 кг. Номер 10 Степанов Александр, мастер спорта Московская область, первый подход. Готовится номер 9 Петров. Подъем засчитан. 96 установить. Номер 9. Петров Александр, Удмуртская Республика. Первый подход. Готовится номер 20. Максудов. Подъем засчитан. Номер 20. Максудов Ахмедхан, Тульская область. Второй подход. Готовится номер 19, Семисошенко. Подъем защита. Установить две штанги 100 кг. Заехал Максудов Октябрин по полу 100 кг. Готовится семи Сашенко. Номер 19. Семи Сашенко Виктор, Томская область. Первый подход. Готовится номер 22, Чабин. Подъем засчитан. Номер 22, Чабин Василий, Камовой Руга, первый подход. Готовится номер 20, Максудов. Thank you.
Подъем засчитан. Номер 20. Максудов Ахметхан, Тульская область. Третий подход. Готовится номер 9, Петров. Подъем засчитан. Установить 102 килограмма. Номер 9. Петров Александр, Удмуртская республика, второй подход. Готовится номер 15, Сидоров. Подъем засчитан. Установи 105 килограмм. Номер 21. Ермаков Сергей, мастер спорта, Самарская область. Первый подход. Ермаков сделал перезаявку на 108 килограмм. Вызывается номер 10. Степанов Александр, Московская область. Второй подход. Готовится номер 19, Сергей Сашенко. Терпим, терпим. Держав, молодец, Саня, молодец. Подъем засчитан. Номер 19. Сенесошенко Виктор, Томская область, второй подход. Готовится номер 22, Чагин. Держать. Подъем засчитан.
322, Чабин Василий, Камауюрга, второй подход. Готовится номер 17, Жолудин. Подъем, защита. Две штанги 106 килограмм. Номер 17. Жолудев Николай, Красноярский край. Первый подход. Готовится номер 21, Ермаков. Установи 108 килограмм, номер 17, Жолудев, перезаявка на 111 килограмм. Номер 21, Ермаков Сергей, мастер спорта Самарская область, первый подход. Готовится номер 19, Семисошенко. Подъем, защита. Две штанги 108 килограмм. Номер 19. Семисоженко Виктор. Томская область. Третий подход. Готовится номер 10. Степана. Подъем неудачный. 110 две штанги. Номер 19, Семисошенко. Результат толчки 105 килограмм. Сумме заявленного 185 килограмм. Весовой категории до 94 килограмм. Номер 10. Степанов Александр, Московская область. Третий подход. Готовится номер 22, Чабин. Подъем неудачный. 22, Чабин Василий, Камауюрга, третий подход.
Готовится номер 17 в желуде. Подъем неудачный. Установить 111 килограмм. Номер 22 Чавин. Результат толчки 105 килограмм. В сумме двоеборья набрал 190 килограмм. Весовой категории до 105 килограмм. Номер 17. Желудев Николай. Красноярский край. Второй подход. Готовится номер 21 Ермаков. Подъем защита. Установить 113 килограмм. Готовится Ермаков. Номер 21. Ермаков Сергей. Мастер спорта Самарская область. Второй подход. Готовится номер 9. Петров. Подъем, защита. Номер 9. Петров Александр. Удмуртская республика. Третий подход. Готовится номер 16. Минигалиев. Подъем неудачный. Установить 115 килограмм. Номер 9 Петров. Результат толчки 102 килограмма. Григорий набрал 182 килограмма. Весовой категории 69 килограмм. Номер 16. Минигалиев Марс. Мастер спорта Республика Башкортостан. Первый подход. Готовится номер 17, Желудев.
Держать, Марк, держать! Молодец. Подъем, защита. Номер 17. Жолудев Николай, Красноярский край. Третий подход. Готовится номер 21, Ермаков. Номер 17 Жулудев. Результат толчки 111 кг. Следовое поле набрал 205 кг. Номер 21 Ермаков Сергей. Мастер спорта Самарская область. Третий подход. Готовится номер 11 Матин. Номер 11. Матин Михаил, Московская область. Первый подход. Готовится номер 16, мини-гольер. Подъем защита. Номер 16. Минигреев Марс, мастер спорта Республика Башкортостан. Второй подход. Готовится номер 11 Матин. Спокойно, Марс, за голову. Подъем неудачный. От третьего подхода
Игорь Марс отказался завершить выступление по шкетелю, задав 115 килограмм, установить 127 килограмм. Номер 11. Матин Михаил, Московская область. Второй подход. В случае успеха Михаил установит новый рекорд в сумме двоеборья. Подъем неудачный. Номер 11. Матин Михаил, Московская область. Третий подход. 2 минуты на подготовку. Чуть-чуть попил. Чуть-чуть попил, сразу разрешил. Сейчас пойду. Готовится номер 18, Лобанов. Подъем неудачный. Установить 135 килограмм. Остался последний участник. 135. Печет. Номер 18. Лобанов Павел, мастер спорта Республика Башкортостан. Первый подход.
прием защиты. Номер два. Установите штаны 145 кг. Заявка Павла по второму подходу 145 кг. Номер 18. Лобанов Павел, мастер спорта Республика Башкортостан. Второй подход. 2 минуты на подготовку. Рекорды России. Толчки в сумме 2 бурья. Номер 18. Лобанов Павел, мастер спорта Республика Башкортостан. Третий подход. Уважаемые зрители, дорогие
приступаем к церемонии награждения. У пьедестала почета победители и призеры 20-го открытого Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Мужчины М55. Награждение проводят судья международной категории Александр Эврюков, город Димитровград. Президент Федерации тяжелой атлетики Ульяновской области, судья международной категории Алексей Крытов, город Ульянов. Весовая категория 56 килограмм. Второе место и серебряная медаль у представителя Нижегородской области Смирнова Виктора. Смирнов Виктор уже уехал, награжден. Первое место и золотая медаль у представителя Пермского края Гизатуллина Мансура.